На третьем татаме победу одержала Жанна Притур. Сибирский федеральный округ. На третьем татаме приглашаются Ксения Иванова, Уральский федеральный округ, Эльвира Алексеевская, Санкт-Петербург. На третьем татаме готовится Карина Подопригорина, Центральный федеральный округ, Беназир Мирлан, Дальневосточный федеральный округ. На втором татаме победу одержала Арина Храпова, Приволжский федеральный округ. На второй татаме приглашаются юноши, весовая категория 73 килограмма. Зафир Халухаев, Северокавказский федеральный округ, Александр Дрочнев, Москва. Готовится на втором татаме Давид Музаев, Северокавказский федеральный округ, Александр Емельянов, Приволжский федеральный округ. На второй татами приглашается Захир Халухаев, Северокавказский федеральный округ. Thank you.
На первом татаме победу одержал Дмитрий Козлов, Северо-Западный федеральный округ. На первый татаме приглашаются Магомед Магомедов.